Алексей Кононов приобрел электросамокат 2 года назад. С тех пор водитель с 20-летним стажем предпочитает передвигаться по городу на нем, а не на автомобиле. Я думаю, где-то по моим прикидкам я этот самокат купил уже за тот сезон. Плюс это, конечно, намного приятней передвигаться и даже быстрее в небольших городах. То есть если сравнивать Москву и Ижевск, да, я живу на 2 города, то в Ижевске можно практически весь город спокойно передвигаться на самокате. Ездит на самокате Алексей по выделенной велополосе. Там, где ее нет, он полноправный пешеход, только очень скоростной. На таком можно разогнаться до 25 км в час. Другие модели позволяют набрать и более высокую скорость. Именно поэтому в российском Минтрансе предлагают электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и даже роликовые коньки и детские беговелы объединить в особую группу и назвать ее «средство индивидуальной мобильности». Ограничить их разрешенную скорость до 20 км в час и запретить ими управлять в нетрезвом виде. Сейчас в Татарстане уже есть опыт привлечения к административной ответственности граждан, которые управляли самокатами большей мощностью, к административной ответственности, как управление транспортным средством уже получается, в состоянии опьянения. Мы обязательно посмотрим, каков будет результат, будет ли он поддержан в вышестоящих инстанциях, то есть в судах, и в случае положительной практики будем применять его и в том числе в Удмуртской республике. А вот предложение разрешить владельцам тех же электросамокатов выезжать на правый край проезжей части в ГИБДД не поддерживают. По мнению экспертов, это может создать трудности автомобилистам. К слову, и без этого в Удмуртии уже зафиксировано 3 ДТП с участием владельцев средств индивидуальной мобильности. Ну, я думаю, все-таки это источник повышенной опасности, такие автомобили. Хотя менее опасный, но источник. Поэтому должны быть правила какие-то. А я бы за выдержанную полосу, да. Да, потому что, ну так, мне кажется, будет комфортнее и пешеходам, и им самим. Окончательного решения по новым поправкам еще нет. Проект обсуждается, а в ГИБДД напоминают, до принятия поправок для любителей средств индивидуальной мобильности действуют такие же правила дорожного движения, как и для пешеходов. Альбина Валикжанина, Юрий Дроздов, новости.